ребят, попалась мне бледная поганка. Вот он, молодой гриб. Выкладывал, как я как-то до этого я тоже бледную поганку попадалась мне. И были вопросы, где у нее юбочка. Значит так, гриб это молодой еще. Юбочка, пластинка сама, эта пленка, находится под шляпкой сейчас. В будущем, если когда он вырастет большой, у него будет юбочка на ножке. Сейчас под шляпкой. Вот, сейчас я ее разломаю палками. Не хочу руками трогать, слишком сильно ядовитый гриб. И покажу. Так, вот я разорвал. Вот она. Пленочка, которая впоследствии становится юбочкой бледной поганки. Вон они, пластинки. Вот такого цвета она. Так, сейчас. Где-то у меня тут. Сейчас покажу. Вот, вот, пожалуйста. Вот, вот, люди. Вот зеленушка. И вот рядом бледная поганка. Цвет шляпки. Если ее сорвать, саму шляпку, как многие делают, сорвали и пошли. Все, ножка осталась где-то там. Юбочка осталась на ножке, если ее увидели. А тем более молодой гриб, юбочка под самой шляпкой, вы еще не поймете. Вот люди травятся, умирают. Пожалуйста. Вот она, зеленушка. И вот бледная поганка. И вот у нее, вот это называется вольва. А вырастает она, как и все мухоморы, из яичка. И вот это вот остается на корне у нее такое. У зеленушки вот такого, если вырвать, не будет. Вот, еще раз. Все, сейчас сфотографирую. И выложу потом. Так, ну, трогать не буду руками. Вот они, бледные поганки. Размерами покрупнее. Вот она у них, юбочка на ножке. Я думаю, теперь все увидят. Вот. Давайте один ковырнем сейчас. Вот он. Вот он. Вот он. Бледная поганка. С юбочкой на ножке. У молодого эта юбочка под шляпкой находится. Дальше вот она отрастает. Вон они, вон они. Да, столько мне много бледных поганок еще не попадалось. Первый раз. Столько сразу вижу. Их тут просто огромное количество.